тульские танки с нами, с нами армянские греблеры и американские черные пояса. Андрю! Мы ищем Варенчина. Americans in Moscow. Open, step, hold him tight. I break his posture down, kick. I switch my feet, and then I lift my hips forward. Смена! Да-да-да, стучу. А, стучу. Закрыл ребенка в клетке, да? Фотка меня! Вот, фотка, вот, сейчас фотка. О, как Федотов улыбаешься. Into him, he's gonna get his underhook, and I'm gonna step over. Really swing my leg over, and then come over to the other side. If I can do it, you can do it. AJ, how many words in Russian you know? Да, смирно, спасибо, до свидания. I think that's it. Four. Люблю? Only four? Five, maybe. Yeah. Russian's hard. I barely know English. Даша, это похоже на оргазм? Я занимаюсь БЖЖ, чтобы нюхать чужие жопы, называется. Нормально. Ты же это вырежешь? Нет. Пользуясь случаем, Лен, пока ты лежишь, ты работай. Хочу задать тебе пару вопросов. Ой, Маш, вот спасибо. Что? Как ты думаешь, Лена, техники рабочие или нам фуфло втирают? По-моему, рабочие. А как вам погода в Москве, Лена? Жарко. Не душно? Не душно. Now I'm gonna pick on you. Теперь я буду выбирать вас. Короче, удивительная штука. В конце семинара профессор проверяет, насколько мы усвоили урок. My Instagram's coach AJ Albert. And if you ever come to California, you can come train at my gym. That's blue belt fever right there. I think we can go to eat right after the seminar. Yeah, after. In Soviet Russian restaurants. Cool. Sounds good. В общем, мы гуляем с ребятами по городу. Из тульских танков. Тульские танки с нами армянские греблеры и американские черные пояса. Андрю! Мы ищем Варенчина. Americans in Moscow. And some Russians. Хотим поесть. Burger King sucks. Yeah, Burger King. Russian food. Борщ. Борщ. Эй-Джей не улыбался на семинаре, потому что был голодный. Сейчас под запахи еды он больше улыбается. Вообще он очень веселый парень. Но опять не улыбается. Видать, не нравится еда. А, у него просто рот занял. It's marijuana. From California.
В общем, он ест траву с хлебом. I don't know what this is. Хлеб. It's hot. По традиции мы возим иностранца по местам, приближенным к Красной площади. Мы очень боимся идти на Красную площадь, потому что однажды мы уже сходили с Садовым Боржинским вокруг Кремля и... В общем, сейчас мы ходим просто вокруг да около и показываем ему всякие светящиеся огоньки с другой стороны Москва-реки. Егор Беда отрабатывает переводчиком долг. American passport. American passport. Совпадение? Не думаю. This looks like, yeah, well look at, the color palette of this area is quite delightful. I love it. All the beautiful flowers, blue and red and green. This guy doesn't like it though. I've seen that a lot of times. You need to see it with fresh eyes, fresh new eyes. Eyes, every day. Beautiful. Что-то говорят на английском, хрен поймешь. I gotta come back to Russia. Nice.